Так ведь Миша, зову, а? Ты слыхал, что говорят?
Четверг, конец света будет. Эти, как их, шведы предсказали. Надо бы солью запастись, крупой. Я вот на всякий случай калоши прихватила с фабрики. Вильям Артурович приехал на праздники, поживет у нас. Троюродный брат Маши. Познакомься. А он ничего не слышит, но все понимает. Thank you.
Вставай, его проиграли в карты. Кого? Вставай, его проиграли в карты. Человек. Хорошо. Вовка, вставай, если ты не сможешь, то никто не сможет помочь. Вставай. Пойдем. Или клюшки пойдешь? Thank you.
дерзай, сверхчеловек, где чувства их и мысли пламя. Дай мне сравняться с нами ты. К помощи моей прибег. Ну что ж, дерзай, сверхчеловек. Oh.
Это могила моей матери. Я раньше электриком был на фабрике. Работка у нас горела, и меня сильно побило. А у меня отец актер. Как фамилия? Фролов. Тот самый? Тот самый. Народный артист? Да. Зачем ты в этом кружке играешь? Я с детства мечтал стать артистом. Здесь раньше жили, на том берегу Старицы.
Вот, Яков Михайлович, я привел к вам человека, о котором мы говорили. Готов ли ваш крейсер к выполнению боевого задания? Готов-то он готов. Только вот единства в братве не хватает. О, мутит воду черт поддонный. Кто же таков? Да меньшевик Сосара, понимаешь. А я ж говорить не обученный. Я простой комендор. Говорить не надо. Руководить будете. Яков Свердлов, заслуженный артист Мелентьев. Эскадра проходит фарватером и встает и выстраивается вот так. А если развернуться и сразу на оба фарватера попеременно? Последний вопрос. Как эта гласность повлияла лично тебя? На тебя? Куда? Да ладно, пошли, не смущайся. Пошли, я тебе говорю. Вот, познакомьтесь. Мой друг Вальдемар. Твой поклонник. Тоже на спектакле был. Ах, вот как. Очень хорошо. Где ты был?
где ты шляешься? Мне надоели эти звонки из института. Ты что, забыл, как я умолял ректора? Эта пьеса. Какая она есть? Хорошая? Это жуткая бодяга вообще, вчерашний день. А режиссер вообще не к черту. Что это? Ну, понимаете, она слишком компилитивна по языку, слишком убог по замыслу. Правда, актерская игра скрашивает сугестивность режиссера, но... Мы возили этот спектакль в Париж. Буржуазия в мехах и бриллиантах смотрела на наших матросов, ничего не понимала и аплодировала. Обратите внимание, но это не дорога к храму. Это в тупик дорога. В тупик. Один анекдот про Мирзояна. Вывезли этого дурака в Рим. И пошел в платную уборную по своей нужде. Все сделал, а выйти не может. Не соображает, что нужно еще заплатить, чтобы выйти. А самолет уже отправляется в Москву. Мирзояна нет. Волнуются, ждут. Похитили, убили. Перед самым отлетом прибежал, весь, извините за выражение, в дерьме. Оказывается, он там через какие-то подвалы выбирался, решетку ломал. Кто есть Мирзоян? А это автор фарса, который вы сегодня видели. Нет, это не дорога к храму. Декаданс какой-то. Как вы считаете? Весь маразм идет от нашего главного режиссера. Только маразматик может в наши дни ставить революционных братишек. Дело... Дело в том, что вы играете ложь. Вот вам и говорят, молодой человек, что пьеса плохая. А зачем тогда за нее браться? Во Францию возить. Вы же и лауреатом стали. Из-за нее, по-моему. Одетые в форму преображенства и черниговского полку, народного ополчения, наполеоновской армии. Пушка, кстати, настоящая, в музее города Нахабино.
А кивыра и мундира, сельбанты и пилеты ребята шили сами. Многие участники похода таким образом хотели свои отпуска. Кстати, Дитка Борисова, французский император Наполеон, потерял не только более 30 тысяч солдат, но, как гласит популярная в этих местах легенда, здесь в озере утонула и золотая карета с награбленными сокровищами. Возможно, участники будущих походов присоединятся к поиску сокровищ, а пока... Основной целью мы ставили пробудить людей, народ, население тех местностей, через которые мы проходили, тех городов, все, к изучению истории, к изучению своего родного края. Как вы считаете, удалось вам это? Я считаю, что в какой-то мере да. Потому что, скажем, если вы последний по маршруту похода... Как тебе его министр? Или по Ксадою, по крайней мере, военной встречи. Ничего, да? Клубы по интересам. Да, но и тогда к Лёшке пойду. Полоцке. Переночу. Давай, давай. Именно создание средств, или фонда средств, для восстановления русских памятников во время... А, Вальдемар? Опять? Ночевать негде? Есть хочешь? Да, хочу. Входи. Прихотливый ты человек, Володька. Недалекий, но пронзительный. Есть ли у тебя какие трудности? Скажи, так, мол, и так, Лёша, трудность у меня. И Лёша сделает. Жижи и кровавый харькать будут. Есть у меня в буфете два хромированных лезвия. И оба для тебя. Ты понял? На. Не извилистый ты, а честный. Одного только не пойму, а чё это баб нет? Не знаешь, как их взять? Ну так я научу, а ты запишешь. И назовешь рассказ бывшего мясника Лёхи. Лады? Как сказал поэт Пушкин. Ну так вот, заведи себе сберкнижку. Пятерка есть? Поехали. Нету? Ну так я тебе должу. Сберкнижку дадут тебе в руку. Приходи домой и припиши к этой цифре нуляток... Нуля четыре. Ну, слушай, Лёшу, ну, куда он не научит? Знакомишься с бабой и ведёшь её домой. Или нет, я тебе для этого уступлю свою квартиру, у тебя вечно кто-то живёт. Ну, так вот, приходите, располагаетесь. И вдруг ты говоришь. Радость моя. Что-то у меня спина зачесалась. А не пойди ли мне помыться? На столе оставляешь, что ли, ненароком, свой паспорт и сберкнижку. На счету которой сколько? Правильно. 50 тысяч. Поехали. Скажи мне, где есть такая женщина, которая не посмотрит чужую сберкнижку до отсутствия хозяина? А? Как писал поэт Пушкин? Слыхали ли вы? Нет, не слыхали. У меня была одна такая. Гордая. Я для нее 10 опри писал, она аж остекленела. Это все твое? Нет, не мое, говорю, твое. Мне нужно, чтобы ты меня отвозила на работу и привозила. Для этого куплю тебе тачку. Работать не будешь, зато дом постережешь. Усекаешь? И сказал ей через час. Нет, Дуся. Не сходимся мы характерами. Мне другая нужна, честная. Лёш, можно я плащ сниму? Здравствуйте.
А вот и менты пришли. Дусю на место поставь. Вальдемар, руки вверх! Тебе. Здорово, Леша. Привет. А мне мать сказала, что ты здесь ночуешь. Да, Николай, ты правильно ему врез, потому что он кудахчет постоянно, как курица. Рим, Париж, франки какие-то, шиллинги. Я когда в училище поступал, он и декана все уши прожужжал. Я два раза только на мастерство сходил специально, на свой ему просто. Я считаю так, если он меня туда зашел, пусть сам отвечает. Но ведь верно, верно. Я этот прохвост, вот, я ему что скажу, вот, то и сделаю. Хочешь тебя, я учу, я могу сделать. Ну, быстро, давай, 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 давай.
Вы знаете, мне думается, что нынешняя молодежь как никогда, я подчеркиваю, как никогда нуждается в революционной теме. В той удивительной романтической патетике первых лет революции. Скажите, а можно ли считать эту тему главной темой вашего творчества? Вы понимаете, она ведь и есть главная. Ведь если мы начинаем терять те светлые образы веры, я не думаю, что переосмысливание истории, столь сейчас модное в современном контексте, приведет нас к правильному истинному выводу. Это мое мнение. Потому что сейчас, повторяю, в моде стало вводить в историю новых действующих лиц, обелять наших идейных противников и вообще стушевывать классовые противоречия. Как-то незаметно, но очень направленно в итоге. Готов, он готов. Только вот единственного брата не хватает. Он мутит воду, черт подонный. Кто же такой? Да меньшевик сосяд! А я же говорить не обучен. Вовка пришел. Че, я не вижу, что ли? Роль Федора. Вы знаете, я должен вам вообще сказать, что пьеса Мирзояна «Крейсер» одна из самых моих любимых пьес в репертуаре нашего театра. Несмотря на то, что мы играем классику, великую, замечательную, но эта пьеса по-своему удивительна. Иногда я слышу мнение, что она устарела, что она не в духе новых веяний, новых, так сказать, перемен и перестройки театрального дела в целом, но мне лично видится в подобной точке зрения. Либо вы меня извините, снобистское невежество, либо прямой призыв к забвению нашего славного революционного прошлого. Иначе подобную точку зрения я расценить не могу. Пьеса замечательная. Вы вчера смотрели спектакль, видели, как зал, как слушают нас люди. Это же самое дорогое. Не знаешь? Господи, Вовка, где ты-то обжегся? Ты что, чайник поцеловал? Вов, у тебя что, появилась женщина? Скажи. А кто она? Ну, как ее зовут? Вов. Знаешь, а Коля опять запил. Скажи, откуда я взялся в вашей семье? Ты знаешь, кто такой ангел истребления? Наверное, знаю. Такая штука, 40 крыльев, хвост, глаза, мрак какой-нибудь.
Это тот, кто силой, данной ему свыше, уничтожает зло. Как это зло? Людей, что ли? Людей. Этот ангел человек? Кто ему дал силу? Пришельцы, что ли? Почему бы им самим не искоренить зло? Вообще, зачем отдавать силу человеку? Они что, ничего не понимают в людских делах? Бля, что дело-то? Этот ангел я. Видишь мои губы? Он поцеловал меня, передав силу. А если ты поцелуешь другого человека? Ничего не случится. Сила останется при мне. Только если я захочу избавиться от нее, я должен буду поцеловать землю. Как же ты будешь судить людей? Ты что, так хорошо разбираешься в них? Нет, но я получил дар предвидения того, что может случиться с человеком в будущем. Ну и что же случится со мной? Тебе я не могу этого сказать. Не вижу. Чтобы я мог увидеть будущее человека, мне необходимо на него рассердиться. Понимаю. Можно я буду называть тебя ангелом тотального истребления? Ты, кажется, не веришь мне. А как выглядело существо, которое передало тебе силу? А вот это не важно. И еще он показал одну странную вещь. Будто мой отец не родной. А я совсем от другого. Может быть такое? Как ты думаешь? Ты ангел, тебе виднее. Живет немного. Только у него денег нет. Леха, это барахла найдался. О! Леха, 300 тысяч имел за раз. И все благодаря разрубам. Какие есть разрубы? Тамбовский, московский, ленинградский. Какой самый честный? А? Оп! Ленинградский. Он называется себе и людям. Какой самый жлобский? А? Знаешь, сейчас не мясник пошел,
а молотобоец. Проходи. Что такое квалификация? Когда ты все сам. Фух. И корову уложишь, и шкуру сдерешь, и тушку обработаешь. Правильно? Поехали. 30, 31, 32. Фух. Ну и правильно, а то взяли моду. Свободу им подавай, свободу. Перед движением большинства были брошены за решетку по прямому указанию военного диктатора Путова. Или берешь. Сегодня же архиепископ Танзании обвинил Мабуту в кровосмешении и каннибализме. Или берешь. Чуть не свежий, по-моему. Или берешь курицу за рубль 70. Смываешь ацетончиком клеймо и продаешь за 2,60. И что у тебя? Альбом семейный наш. Большая семья. Ну, пошли покажу, где будешь жить. Вот тут и устраивайся. Живи сколько хочешь. Червонь за штуку. 25, не хочешь червонь? Сиреневенькую тебе и чурка не даст. Да ладно. Ха. Вот это моя мать. Позвоним в милицию. Позвони. Ну, подожди. Ну, подойди к зеркалу. Посмотри на кого-то. Стой. Сейчас обуем. Подожди. Все объявим. Всесоюзный розыск. Объявим сейчас. Давай, давай. Застегни мне платье. Господи. На меня смотри. Сейчас буду. Да. Давай курточку. Так. Сейчас помогу. Верка. Ну, ладно. Случайно всесоюзный розыск объявить. Зачем? Так Вильям Артурович пропал. Невеста переживает. Мы сейчас идем искать его. Она не беременна? Чего ты взял? Чего ты глупости мне всяких говоришь? Я спрашиваю, розыск знаешь, как объявить или не знаешь? Этот немой никогда не вернется. Я давно собирался спросить себя, мама, кто мой отец? Нет, я имею в виду настоящего.
Я богословием овладел, над философией корпел, я медицину изучил. Юриспруденцию долбил, однако я при этом всем был остался дураком. В магистрах, в докторах хожу, и за нас 10 лет вожу учеников, как буквоед. Толкуя так и сяк предмет, но знание это дать не может. И этот вывод мне сердце гложет, хоть я разумнее многих хватов, врачей, попов и адвокатов, их точно всех попутал леший. Я ж перед чертом не опешу. Мне дух земли роднее желаний, благодаря его влиянию я рвусь вперед, как во хмелю, так доручаюсь, головой готов. За всех отдать я душу и твердо знаю, что не струшу в крушении час свой роковой. Клубятся облака, луна зашла, потух огонь, светильный дым, красный луч скользит круг моего чела, а с потолка, бросая в дрожь, пахнула жутью замогильной. Желанный дух, ты где-то здесь снуешь! Явись! Явись! Ой! Как сердце ноет! Заклял меня! Твоим призывом настойчивым, нетерпеливым, и вот молил меня к нему явиться, услышать. Жаждал увидать. Я жалился, пришел и глядь. В испуге вижу духовица. И это Фауст, который говорил со мной как равный с превышением сил. Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений. Я океан, и зыбь развития, и ткацкий стан с волшебной нитью, где времени кинув сквозную канву, живую одежду я тку божеству. А куда вы дели моего сына? Вот что, голубчик, если вы не оставите Николая в покое, я буду вынужден обратиться в милицию. И не пытайтесь мне лгать.
В последнее время он только и говорит про вас. Какой вы добрый. В общем, если завтра Коли не будет дома... Кстати, не надо так выйти. Даже тогда, когда вы играете духа. Простота и естественность. Вот главное в нашей профессии. Хорошо все-таки писали греки. Хорошо. Тема угадана верно. Но Гёте все-таки не драматург. Нельзя ли было выбрать что-нибудь другое? Дворецкого, например. А мне понравилось. Черт особенно сыграл хорошо свое. Как он чертяка христианскую душу соблазнил. Это бесспорно. Тут двух мнений быть не может. Однако должна вам заметить, вы ведь, наверное, комсомолец. Так какое время у нас сейчас на дворе? Демократизация. Ветры живительных перемен. А у вас, извините, что? Мистика. А по-моему, хорошо. Только дети б не испугались. Вот и парень того страшен очень. Мне тоже показалось, что вы недостаточно вжились в роль духа. Каково будет мнение партийной организации? Терзать, работать. Какое еще мнение? Сегодня заочный разбор преступления диктатора Муту. Бывший советник президента подтвердил на вечернем заседании, что Муту виновен в каннибализме и геноциде. Мама. Ты здесь?
спать. Слава, слава тебе, Deus in vive, natura, Deus in vive, sola fine. Deus in vive.
Да ты неплохо выглядишь. А я скоро уеду. Печоры псковские. Слыхал про такое местечко? Там монастырь большой. Мы с ребятами договорились помочь им в реставрации. Бабки хорошие платят. И харчи, конечно. Папашка мой совсем рехнулся. Осваивает искусство мимики и жеста. Дружок у него какой-то новый появился. Глухонемой. Так он его языком овладел уже. К нему теперь толпы ходят. Он же у нас личность государственная. Ага, вот, нашел. Ты ведь пока болел, наверняка прошляпил. Что это? Подфартило. Скончались главный режиссер и директор из театра отца. И он теперь занимает оба эти поста. Ты не знаешь, что помогает от бессонницы? Иллениум и димедрол. Я валерьяновые капли пью, и ни черта. Ты куда? Душно что-то. Теперь говори. Что говорить? Про глухонемого. Все как было. Что было-то? Говори! К отцу пришел актер из этого театра мимики и жеста. Ну, вроде как похлопотать о чем-то, а они заперлись в кабинете. Тише. Дальше что было? Что дальше-то? Ну, глухонемой шел, а отец остался в сильном возбуждении. Я вот таким мало помню. А еще он сказал какую-то странную фразу о том, что теперь устроить человеческую жизнь по законам морали и права. О смерти директора и режиссера последовали после прихода немого. Да, после. Только здесь никакой мистики нет. Ты понял? Понял, идиот. Лёш, у тебя нет димедрола или лень?
Вот, держи. Лучше любого веления ему помогает. Только больше не принимай. А то больше двух, а то... Леша, сделай что-нибудь со звуком. Девальвация нравственных критериев, отгораживание от жизни рок-музыкой, этим выращенным в лабораториях западной антикультуры, неизбежно приведут герой. Очень точно. Извините, а Михаил Михайлович дома? Его нет. Будет минут через 40, он в гараже. Проходите. Нет, нет, я лучше попозже зайду.
Зачем вам это? Вы же и так все имеете. Чины, деньги, власть. Откажитесь. Пожалейте хоть детей своих. Такие, как ты. А ваше поколение вообще не должно было появляться на свет. Вы же промотали все, что мы с таким трудом создали. Ну, а зачем тебе нож? Да выброси ты его. Ты же не судья. Разве ты можешь нас судить? Вы поколение незаконно рожденных. Светом стены древнего Кремля просыпается с рассветом вся советская страна. Холодок бежит с бора. Ты не стой, брат, перед тюрьмою и не стучи под борами. Пошел ты. Я в гости пошла к Маше.
Вова. Вов. Я к Маше пошла. В гости. Я приду. Скоро приду. Вот гады, не топят и не топят. Холодные батареи. Ты рефлектор включи, оно нагреется. Слышь?